Думали, так просто все закончится? Нет, еще продолжим. Значит, пока группа Джек Джек готовится, давайте мы с вами что-нибудь сыграем, господин. Вы сыграете? Пока группа Джек Джек готовится, я расскажу вам еще об одном уникальном проекте, который, собственно говоря, в городе Екатеринбурге существует и плотно-плотно связан с литературной средой. Этот проект называется фестиваль «Завтра лето», который я вначале уже о нем говорил. Да? Вот группы «Лучшие времена», «Намбату», «Рыба-пила» прекрасно поиграли на фестивале. Спасибо вам большое, ребята. Всех, кто на фестивале не был, я от лица комитета приглашаю в следующем году на этот фестиваль.